Здравствуйте, мои дорогие. Тема такая. Точный день и час, когда изменится ваша судьба. Каждая колода смотрит точно, грамотно, но именно колесо года показывает время и место действия. Потому что такая колода называется «Времена года». Понятно. И я хочу на этой колоде спросить, что такое на дне колоды? Шестерка влюбленные, шестой аркан старший. Перемены у вас будут очень классные. То есть я даже перефразирую название видео. Точный день и час, когда ваша жизнь изменится, и вы выйдете на дорогу счастья. Это я вам гарантирую. Точный день и час, когда ваша жизнь изменится, судьба изменится, и вы выйдете на дорогу счастья, потому что влюбленные были на дне колоды. Не сомневайтесь, на одной колоде каждый себя узнает в разных моментах, и то, что резонирует, берите себе, и пусть оно вам поможет. А то, что не резонирует, можно отбросить за ненадобностью. Итак, точный день и час, когда Вселенная даст вам счастье, когда ваша жизнь изменится к лучшему. У меня такой балахон здесь. Итак, точный день и час, когда изменится ваша жизнь к лучшему. Когда выйдете вы на дорогу счастья. Я тоже посмотрю, в каких сферах, да? Карта покажет день, час и в какой сфере у вас будут перемены, в какую сторону. Все будет видно. Я буду брать по две карты. Я буду брать по две карты, пока мне будет открыта информация. Так что я не знаю, какое будет длинное видео. Мне иногда пишут, что хотят покороче, а некоторые пишут, хотят подлиннее. В общем, как информация идет, поэтому все видео разные. Точный день и час, когда вы выйдете на свою дорогу счастья, когда изменится ваша жизнь и судьба. Ну что ж, карты готовы, подснимаю себя, смотрю для вас. И мы смотрим первые две карты. Раз и два. Вот что здесь видно. Тройка чаш в любви. Перемены будут в любви. То есть, если уже есть существующие отношения, да, existing relationship, существующие отношения, если они у вас уже есть. Кстати, карты на английском, они были изданы не на русском. Есть русский перевод, но перевод, конечно, он всегда проигрывает, потому что перевод должен быть живой. Поэтому я вам скажу, что приходит, то и говорю. Ну, уж не обессудьте. Existing relationship – это текущие отношения. Ваши текущие отношения могут улучшиться по тройке чаш, потому что уже есть у Вселенной решение вашей проблемы. То есть Вселенная уже знает, как вам помочь более доверительно относиться друг к другу, с лаской больше, с уважением, с пониманием, с милостью для друг друга. Мужчина, например, уже определится, он будет более стабильный, потому что тройка чаш уже есть решение у Вселенной касательно любви. Это сфера любовь. Итак, а когда это будет? Вот-вот у порога. Десятка жезлов. Очень скоро. Очень скоро. Десятка жезлов смотрит не позже, чем 3 месяца. На 3 месяца. То есть ваша личная жизнь уладится, и вы будете очень счастливы в партнерстве. Самое позднее через 3 месяца. Но где-то вот в этом промежутке рассчитываете, да? Вот, тройка жезлов, вернее, не тройка, десятка жезлов говорит, что теперь начинается новый виток, как новый сезон начинается, да, с новым сезоном, новый виток, 10 – это новый виток. То есть 3 месяца – это самое, это максимально. Ваша жизнь изменится к лучшему. По тройке чаш это может быть, что если у вас нет отношений, жизнь, судьба, Вселенная, ангелы вас будут подталкивать к вашему счастью личному, если вы хотите встретить любовь, да, в течение этих 3 месяцев. Жизнь будет вас подталкивать к тому, чтобы вы устроили свою личную жизнь. Или же если качели были, недопонимание, какой-то треугольник, все устроится
самое большее 3 месяца. Вот так. Это первое, что карты сказали. Я дальше смотрю. Здесь есть у нас 4 масти, если вы не знаете, да? 4 самые главные сферы. Это любовь, за них чаши отвечают, это мечи. За них отвечают, какие проблемы будут решаться. Острые ситуации, суды, разбирательства, ожидания бумаг, наследство. Вот такая вся, знаете, тяжелая какая-то вещь. У нас также есть трефа или же жезлы. Они отвечают за работу и за семейные дела. Не за любовь, а за семейные дела. Вот. И у нас еще есть бубна. Это за финансовые дела и за работу. В работу в смысле заработок. Трефы отвечают за работу как карьеру, то есть жезлы. А бубны или же пентакли отвечают у нас за заработок и за финансы. Финансовый поток, все такое. Поэтому я буду брать, пока эти 4 сферы не будут освещены, потому что мне нужно дать вам полноценный ответ. Точный день и час, когда изменится ваша жизнь, которые изменят вашу жизнь. Пентакли вышли в деньгах. Это туз пентаклей, это очень хорошая карта. У вас будет прорыв в финансах. У вас пойдет финансовый поток, наладится финансовый поток. Вы сможете себе многое позволить. И туз – это начало нового пути. Это для некоторых будет неожиданно, что денег будет хватать. Для некоторых будет новая работа или у вас, или у ваших домашних. И эта новая работа будет высокооплачиваемая. Медицинская страховка, какие-то льготы, какие-то премиальные. В общем, неожиданно. Вот туз – это как с неба упало, да? С неба упадет вам благополучие. Благополучие. Здесь финансовая свобода, финансовая независимость, личностный успех. Потому что, девочки и мальчики, личностный успех каждого человека – это его умение воспользоваться своим талантом, там не полезными ископаемыми в земле. Кстати, их нужно оставлять, где они есть. Я вам говорю, потому что там духи природы есть. У меня много об этом есть на канале «Полезные приметы». Мы сейчас об этом разговариваем с вами. А полезность, таланты ваши собственные, как их проявить? То есть свои полезные ископаемые. Откопать в себе какой-то талант. Вы сможете откопать в себе, или ваш любимый человек сможет откопать в себе какой-то талант, который даст прекрасный финансовый поток. Когда? Точный день и час. Карта Иерофант. На этой колоде карта Иерофант осенняя. Видите? Это может быть осенью. Так что отсчитайте от сегодняшнего дня, когда вы нашли видео. Все зависит тоже. Понимаете, это же когда не онлайн. Когда вы нашли видео, от этого дня отсчитывайте. И следующую осень. Вот как, какая будет? От того момента, когда вы нашли видео. В этом и есть гадание онлайн. Потому что в ваше время никто больше такой, как вы, не смотрит. Может, смотрит тот, но не такой, как вы. Поэтому с вами по-особенному разговаривает всегда расклад. Слова все понимают субъективно. Вообще мир, какой он объективный, никто не знает. Нет ни единственного свидетеля объективного мира. Знаете, кто видит объективно мир? Только Творец. И Творец... мы не можем его осязать. Поэтому никто не знает, какой мир. Каждый человек субъективно видит. В тот момент, когда вы смотрите, я вам скажу, что осенью, которая вот будет, решится финансовая проблема, финансовый вопрос решится. Также бубны часто показывают на бумаге. Бумаги какие-то пройдут, может, виза, может быть, дарственная, может быть, покупка-продажа дома. Какие-то у мэра, у нотариуса, у адвоката решатся какие-то бумажные вопросы. Или, может быть, это свидетельство о рождении получите, свидетельство о браке получите. И здесь финансовый поток налаживается. Это все у нас будет к осени. Вот это вот вам гарантировано. Хорошо. У нас уже были пентакли и чаши. Мы уже немножко посмотрели личную жизнь и деньги. Если такие карты будут повторяться, я вам больше не буду говорить день и час, потому что Таро не любит много расспрашивать одно и то же, тоже в одном раскладе, так нельзя. Расклады можно смотреть сколько хотите,
Но спрашивать всегда надо разные вопросы. Поэтому если чаши или пентакли будут еще выходить, они просто дадут больше деталей о том, что уже было сказано. Ну вот, точный день и час, которые изменят вашу жизнь. Так. Это старший аркан, judgment. То есть старший аркан суд. Старший аркан суд. И пятерка пентаклей. Еще раз у нас идет разговор о пентаклях. Мы уже узнали точный день и час к осени. Вот здесь был ответ. Был аркан иерофант, который просто ответил день и час к осени. Но еще иерофант говорит, что вы за это время, пока будете ждать, вы научитесь или новой специальности, или научитесь, как искать финансовый поток. В общем, вам будут приходить откровения, что делать. Это действовать нужно, да? Еще подсказки. Не сидите, не ждите, действуйте. Ищите. Меня спрашивают, как узнать свое предназначение? Вообще просто. Ищите просто, пробуйте. Это пробую, и вижу, что у меня лучше получается. Окей, хорошо. Дает ли мне это энергию? В кайф ли мне это? Окей, это не дает кайф. И вот так вот мы усиками, как муравьишка, так ползет усиками, где у него больше солнышка, так и вы. А пятерка пентаклей говорит, не ждите, а действуйте, потому что Вселенная хочет ваших действий. Не сидите, не думайте, а вдруг что-то не выйдет. Все выйдет. Не выходит только у тех, кто ничего не делает. А лучше всего получается у тех, кто делает ошибки. Карта Judgment или карта Суд, а на самом деле это карта Возрождения, потому что здесь намек идет на Библию. И Библия нам говорит, что, ну как вот откровение от Иоанна, да, когда встали люди, поднялись, энергию получили опять для жизни. Поэтому я эту карту называю возрождение. Здесь возродитесь, возродится ваш бизнес, возродится ваша работа, возродится ваша вера в себя, потому что вы будете богаты, вы все сможете себе позволить. Деньги — это не то, что мы, ну как бы, как бы сказать, что делают деньги. Дают человеку уверенность в завтрашнем дне, что он просто не боялся жить. И у вас такие деньги будут. Не сидите, не ждите, начинайте пробовать. То, другое, третье, десятое, себя показать, на что вы способны показать, понимаете? Но мир должен увидеть, на что вы способны, чтобы вам заплатить за что-то, вы поняли, да? И не бойтесь осуждения недоброжелателей. Доброжелатели – это больные люди, потому что нормальный человек желает даже плохим людям, даже тем, кто не любит вас, желает много-много всего хорошего. Я своим недоброжелателям желаю быть очень богатыми, самыми богатыми. Почему? Потому что тогда они даже нам помогут с вами. Понимаете? Вот смысл в этом, да? Богатства на всех хватит, не волнуйтесь. То есть здесь карта суд говорит, что никто не будет вас осуждать. Если будут отдельные лица, так это же их проблемы собственные, не ваши. Творец вас точно не будет осуждать за то, что вы будете искать себя, искать доход. Это все очень хорошо. Что я такой рэпер стала, да? В общем, здесь еще была подсказка, два старших аркана. Иерофант говорит, что вы научитесь чему-то новому, а Judgment говорит, не бойтесь осуждения. Если вы чувствуете, вас осуждают, вы на правильном пути, потому что осуждают те, кто боится вашей конкуренции. Пентакли еще. Это мужчину встретите денежного. Опять про деньги. Точный день и час. Вот здесь, понимаете, тоже виноград созрел, это тоже осенняя карта, где-то ближе к осени. Но вот мужчину встретить денежного вы сможете скорее, чем у вас собственная финансовая свобода будет. Вот раньше мужчина встретится, потому что мужчина – это может быть начало осени или конец лета, а ваш финансовый поток откроется к осени. Так показали карты. Хорошо, смотрим дальше. Точный день и час. Когда наладится у вас жизнь, изменится ваша судьба к лучшему. Еще один старший аркан. Это карта сила. Вы войдете в свою силу. Вы свою силу еще не знаете. Вы свою силу еще не испытывали никогда. Вы никогда не были в полной силе. Вы войдете в свою полную силу. Карта сила.
Карта сила отвечает за все сферы жизни. Вот помните, я вам сказала, на 4 сферы жизни будем смотреть. Но карта сила говорит, на все 12 сфер жизни вам Творец выдаст новую силу, которая в миллион больше, чем вы когда-то испытывали. И сильные люди будут вам встречаться, интересные, сильные люди. Жизнь будет интересная. Тоже будет баланс между умственным, телесным. В общем, вы будете балансировать так по жизни, интересно. Точный день и час. Еще одна карта старшего аркана. Но это вместе с картой силы очень интересно, потому что это карта дьявол. Вы своей силой победите дьявола. То есть, если у вас была вредная привычка, например, вы переедали, кто-то, может, алкоголь употреблял, может быть, переедали, потому что заедали стресс, заедали плохое настроение, заедали прокрастинацию. Но эта вся прокрастинация, это, конечно, из-за того, что были уже как бы поражения, да, ошибки, были потери, и вы потеряли веру, вы восстановите силы, вы силой победите дьявола. Но это дорогого стоит. То есть, вы знаете, поменять себя хотя бы на вот чуть-чуть, это очень трудно. Потому что, когда мы пробуем поменять другого, бесполезно. Поменять себя попробуйте, и у вас получится. Если вы себя поменяете хоть на чуть-чуть, вы сразу улучшите свою судьбу. А пятерка жезлов. А это уже карта вышла на предпринимательство, карьеру. Не обязательно, что свой бизнес. Если на работе, неважно. Это на работу. Это на карьеру и на дела домашние, бытовые, потому что жезлы за то и другое отвечает. Что у нас на дне колоды? Луна. Себя найдете. Найдете себя в карьере. Найдете свою творческую жилку. Найдете свой талант. Вы еще свой талант не знаете. Вот найдете свой талант. А карта Луна, кстати, указывает, когда? Новая Луна. Новолуние. То есть... Вот месяц заканчивается, и начинается новый лунный месяц. Это не календарный месяц, а лунный. Лунные месяцы всегда по-разному идут. То есть нет зафиксировано, да, погоду нету. Каждый месяц года по-разному идет в новолуние. Так, дальше. Я хочу еще спросить за работу, карьеру. Смотрите, восьмерка меча. Вам нужно... Скорее всего, поменять или свое отношение к работе, или работу поменять нужно будет. Вот здесь я вижу, что или у вас начальник тяжелый, или коллектив тяжелый, или денег мало платит. Или же вам истратить на работе столько же энергии, сколько вам тратят, ни больше, ни меньше. Либо же вам смотреть, где есть другая работа. Потому что кто-то из вас силы забирает. Вот по этой карте, смотрите. Восемь меча давно это происходит. Это происходит давно. Истощает вас какая-то работа. Вы делаете, скорее всего, ну, каждый день, не всю, но некоторую часть дня вы делаете работу, которую вы или не любите, или вам очень тяжело делать, или у вас мозг напрягается, или тело. В общем, какую-то работу надо сбросить с себя. Какую-то часть вашего трудового дня вы делаете то, что или вы не любите, или это не... Коэффициент рентабельности очень низкий. Бросьте эту практику. И этим вы приблизите этот лунный месяц. Но в новолуние будет. Ой, карты упали. Сейчас я подниму. Подождите минутку. Так, что у нас здесь упало с вами? Мечевые карты. Решите проблемы свои. Вы знаете, я здесь вижу, что это весенний дождик. Какая-то проблема или семейная, или по наследству, или же бытовая проблема, ссора с родственниками, за наследство, дом не можете продать, продадите ранней весной. Это весенняя карта, и я могу сказать, что вы будете очень довольны, продажа будет очень удачная, вы хорошо заработаете, хорошо продадите, или что-то купите большое ранней весной. Ранней весной. Вы решите ту проблему, которая долго вам не давала спать, напрягала вас. Это может быть даже новая работа, какой-то переезд. Это может быть любое что-то. То есть мечи – это проблемная ситуация, которую вы не могли решить. Это все вы решите к ранней весне. Вот так расклад показал. Ранней весной. Расклад очень многое показал. Много сфер жизни, практически все самые главные. На мой взгляд, очень даже...
конструктивно вам сказал точный день и час, когда изменится ваша жизнь. Так что, девочки и мальчики, все будет очень хорошо. А я вас люблю, обожаю и знаю, что мы еще обязательно увидимся.